А вот и я. Сегодня я буду гусь. Буду строить козни и подлянки. Пошли отсюда. Здесь мы типа вылупились. О, пролезли. О, мы можем таскать что-нибудь. Здорово. Так. Что делать-то? Чтобы поднять земли. Ctrl и... О, банку взяли. Можем банки собирать. А прыгать мы умеем? Походу нет. Так. Кто закрыл? Брось. Бамс. Да я просто супер гусь. Что, хлопать крыльями? А нафига мне это? Я... Не, летать я не умею. А плавать? А плавать я умею. Так, хочу ли я жрать? Не, жрать не хочу. Не умею просто. Так, что у нас здесь? У нас здесь какой-то памятник. Шланг. Так, увеличить, уменьшить. Ага. Пошли познакомимся с мужиком. Список дел и элементы управления. Управление, гоготать, схватить, бежать, присесть, хлопнуть. Так. Бежать нам еще. Попасть в сад, намочить садовника, украсть ключ, заставить садовника надеть свою шляпу от солнца, грабли в озере, устроить пикник, принести на пикник сэндвич, яблоко, тыкву, морковь, варенье, термос, радио, корзину. Нифига себе пикник. Ладно. Так, как нам пробраться? И как тащить? Зачем я это сделал? Попасть надо в сад как-то. Пошли попробуем попасть в сад. Лопата. Лопата нам не нужна. А радио уже нам нужно? Нам нужно радио. Это радио уже? Гусь, не тупи. Зачем мешок-то? Брось. Брось. Так, с управлением, конечно, пока еще напряженка. О. Я спер радио.
Так, мужик ушел. Надо попасть в сад. Бежим, 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 бежим. О, мы попали в сад. Так, следующее, что нам нужно сделать? Намочить садовника. Украсть ключи. Этот... Зачем мое радио забрал? Так. Гад такой. Идем за ним. Сейчас сопрем ключи. Вот зануда такой. Я гусь. Так, что ты будешь делать дальше? Мне нужны твои ключи. Нет, видимо, просто так не спереть их. Да отстань ты от меня. Нет, так просто не получится. Сделать. Так, он куда пошел? Он ушел. Нужно попытаться украсть тыкву. Бежим, 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 бежим. Валим, 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 валим. Все, тыква есть. Я надеюсь, нам сюда же ее надо принести на пикник. А где его устраивать? Где же пикник? Так, ладно, пошли дальше. Что мы можем с этим замком сделать? Ай! И чё, и как? И все, теперь мы сюда не попадем. Твою бога душу. Садовник, я спер у тебя. Чё-то спер. Удобрение. А, надо включить ему. Включить ему воду. И тогда он пойдет ее выключать. Так, лопату эту мы не возьмем, да? Как же ее затащить туда? Не тащится. Так. Главное сейчас не напороться на него. Бежим, 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 бежим.
Так, яблоко сперли. Я надеюсь, здесь же пикник будет. Или у нас где-то еще должен быть пикник. Так, а газонокосилку мы можем? Не можем. Так, что у нас? Грабли в озере. Так, где у нас этот чувак? Эй, я гусь, я гусь. О, он сейчас будет что-то копать. И мы можем переть у него грабли. И шапку надо стащить. Ага. Посмотрим, что он тут будет делать. Что-то будет сажать. Ты, тихонечко идем. Тихонечко. Тихонечко. По стелсу. По стелсу. Дин-дин-дин-дин. Блин, развернуться никак, чтобы увидеть. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Не догонишь, не дог... А-а-а! Забрал. Ну, нам задание, по крайней мере, засчитали же? Засчитали. А больше нам ключи-то и не нужны. Так, корзина. О, что за корзина? Может, мы в нее воды наберем? Так, как бы включить воду? Воду хочу включить. Не так. Иди немножко, немножко отойди, отпускай. Так, а сейчас пока он там базюкается. О, грабли надо тащить. Тащим грабли. Собака такой, забрал. Забрал наши грабельки. Так, куда ты пойдешь? Давай, иди уже куда-нибудь. Ага, поставил. И что будешь делать? Мужик, ты за лейкой пошел. А мы в это время запрем. Тихонечко, тихонечко. По стелсу в обход. В обход, в обход, в обход. Бежим, 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 бежим. Ура! Сперли! Да я просто супер гусь. Все. Грабли в озере. Так. Что у нас? Намочить садовника. Надо, чтобы он что-то здесь делал. Тогда мы берем. Пошли сейчас сопрем что-нибудь ценное у него. Что-нибудь ценное сопрем. Например, вот эти удобрения. Удобрения сопрем. Ладно, бросим здесь. Он же захочет. Захочет с ними что-нибудь сделать. Убрать, допустим.
Так. Сейчас морковь сюда накидаем. Мужик, я у тебя морковь тырю. Ты где там? Расслабился. Лейка. Бежим, 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 бежим. Валим, валим. Так, он наверняка должен был увидеть, что мы тут морковку набросали. Ура! Намочили чувака! Так. С этим все просто. Теперь нам нужно как-то заставить его снять шляпу. Так, нам нужно термос, варенье. Короче, нам отсюда все нужно стащить. По обход, по стелсу. А, догони, 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 догони. Да собака такая сутулая. Подловил нас. А морковь ты не хочешь убирать? Обманули. Он на цветы ведется. Так. Я надеюсь, здесь же пикник будет. Сейчас надо посмотреть. Может, мы куда-нибудь не туда складываем? Может, в корзинку надо? Нет? Ну, нет, так нет. Вот не отмечается, непонятно. Яблоко, сэндвич. Принести на пикник. Тыкву, морковь. А, морковь нам нужна. Морковь, варенье, радио и корзина. Ну, пошли. Так. Не догонишь, не догонишь, не догонишь. Гад такой, а. Морковку забрал. Она уж у тебя не вырастет. Ты нас тут прям по моркови идет ведь. Догони, догони, догони. Он все. Он сейчас тыкву мою заберет. А-а-а, бежим, 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 бежим. Морковь забрал. Я надеюсь, он не придет забирать отсюда все. Так, а кто там плескается? Кто-то где-то там плескается вдалеке. Тут нет никого. Плаваем, посмотрим. Нет, тут что-то нет никого. Закончим сначала с садовником. Потом пойдем дальше. Так, пока он у нас ничего не забрал с нашего пикника. Да на, на, на. Далась тебе эта морковь. Давай займись уже делом каким-нибудь. Он за термосом пошел. Твою мать, он сейчас все у нас сопрет. Короче, надо оттуда все валить и все прятать в другое место. А, вот где пикник надо. Все, понял. Морковь есть. Так, пока он не забрал у нас термос,
Так, корзина есть. Ой, тыква есть. Давай бегом, бегом, бегом. Термос, термос. То мы потом запипиримся за ним бегать. Так. Есть яблоко. Давай, иди. Пока он ходит с этим яблоком, мы возьмем сэндвич. Сэндвич. И вот это второе яблоко. Так. А что, сэндвич не засчитали? А морковь тоже не засчитали. Блин. Надо второй сэндвич принести. Я надеюсь, этот мужик про нас уже забыл. Сэндвич засчитали. Морковь. Все. Все понятно. Пошли дальше. О, пока он за этим, надо спереть. Морковь-то мы всегда успеем спереть. Ее здесь дофига. Надо спереть варенье или радио. Тыц, тыц, тыц. Гусь, беги! Беги, гусь! Запалил! Запалил, гаденыш. Так. Надо по стелсу будет в обход сходить. Так. Он пошел за граблями. А я чё? Я просто гусь. Просто гусь, просто гусь. Стою и не палюсь. Иди, иди, давай. Оп. Валим, валим, валим. Так, морковку сперли. Осталось варенье и радио. Что ты, что ты? Так, придется по стелсу обходить, да? Еще нам его как-то нужно заставить шляпу. Как-то заставить. Так. В обход пойдем. Ты нас не видишь. Мужик, ты нас не видишь. Гусь, не тормози. И чё он? У нас тыкву. Блин, 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 блинский. Мы спалили наш пикник. Он сейчас будет ходить и отсюда все забирать. Так, надо его занять чем-нибудь. Мужик. О, я тебе тут капусту, цветы, у тебя есть чем заняться. А я пока сопру варенье. В обход. Давай, давай, гусяра, не тормози. Тихонечко, тихонечко, бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Yes. Yes, варенье, 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 варенье. Так, с пикником все нормально. Что нам осталось? Радио и корзину. Так, а где этот мужик?
Давай, 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 давай. Зачем мы тащим? Ну, сопрем холодильник сразу. Давай, давай, сначала эту унеси. Вот. Так, радио пока утащим подальше. Чтоб он нас не запалил. Сейчас заберем тыкву. Смотри, чуть нашу тыкву не спер. А вот это вопрос, он так делает по умолчанию или просто потому, что засек наш пикник? Надо еще, наверное, одну тыкву для запаса. Так, где этот? Бабуин. Так, что у нас на пикнике? Радио и корзину. Корзина — это, наверное, вот это. Это корзина? Нет, не корзина. Сапоги, сапоги. Так, радио придется в последнюю очередь забирать. Корзина — это вот это, наверное, да? А, корзина же там! Че я туплю-то? Корзина нам бесплатно дается. Вот это же корзина. Так, она тащится? Она тащится. И последнее — это радио. Корзина, корзина. Так, и осталось радио притащить. Ну, какой потный пикник. Так, давай ты с капустой пока разбирайся. А я... Вот так. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык. Надо подальше утащить. Давай, не тормози, тележка чертова. То есть просто так радио взять нельзя. Нужно целиком забирать. А он сейчас с тыквой там идет. И пока он ходит, я успею сбегать за радио. Пусть беги. О, все, пикник устроили. Все, мужик, можешь разбирать. Новый пункт в списке дел. Заставить садовника ударить себя молотком по пальцу и надеть свою шляпу от солнца. Так, а как заставить его надеть шляпу? А, так, ты будешь что-то, ты за радио пошел. Да пофиг. Я надеюсь, что это задание мы уже засчитали. Нужно у него как-то спереть. Как-то у него спереть нужно шапку. А как это сделать? Так, он взял радио, выключил. Ау, пофиг.
Че ты? Так. Как же тебя заставить? О, гусям не ходить. Ага. Так, осталось только шапку ему. Как тебя заставить? Радио. Что же такого тебе сделать? Может, сюда поставить этот холодильник? И включить на него нафиг воду? Короче, надо, чтобы он, наверное, расслабился. Может, помочь же ему пока? Соберем все эти. Всю морковь соберем. Я тебе помогаю. Дурака кусок. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Как же тебя заставить шапку снять? Айда в футбол играть. Пасуй. Ха! Обходит одного, другого. Давай. Мы выходим на один. Ходим один на один с вратарем. Короче, ладно. Так не получается. Шапку. Может, ее как-нибудь надо уронить граблями? Нет? Не роняются они. Может, надо. О! А так, если мы берем, ничего не меняется, да? Он тыкву у нас спер. Ну, пикник у нас выполнена задача. Так, что же сделать, чтоб ты шапку снял? Ты должен устать, как дикий лось. Молоток может? Да все, устань ты уже. Ну, забивать будешь? Что? Отдай!
На тебе еще палец. О, стой! Он упал! Он упал, и можно было в этот момент снять с него шляпу. Точно! Сейчас так и сделаем. Айда, давай, наводи порядок. Так. У тебя тут все сломалось, чувак. Ну все, все, все. Не мешаю, не мешаю. Давай. Так. Ты только туда падаешь, да? В ту сторону. Ты можешь упасть куда-нибудь в другую сторону. А если я тебя напугаю с другой стороны? Вот, допустим, отсюда. Ну все, все, все. Машу крыльями. И... Ты на меня упадешь? Блин. А как вот... Тут же не видно из-за двери. Нет, надо еще разок попробовать. Там можно что-то снять с него. Да, давай. И... Валим, 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 валим. Валим. Все. Перли шляпу. Ну не красавцы ли мы? Какое варенье? Шапку надень. Тебя солнце напечет. Ты сейчас будешь туда ходить. Мужик, я... Твои морковки тырю. Бесполезно, он пока там все не соберет. Кепку у него сперли. Так, ему должно быть жарко. Что сделать, чтобы ему было жарко? Я же могу его... Нет, клюнуть не могу в бошку. Клюнуть не могу, к сожалению. А как шляпу-то достать? Надень шляпу. О, все, все, все. О, он ищет свою шляпу. А ее нет. А ее нет. Давай, надевай соломенную. Отлично.
Опа! Все, финалочка. Все? С садовником мы закончили, что ли? Теперь дальше идем. Ну, пошли посмотрим, что тут дальше есть.